Он парень твоей мечты, но ты то и дело слышишь слова угловой и пенальти. Все понятно, он один из них. Если ты хочешь стать идеальной девушкой болельщика и завоевать сердце одного из них, я расскажу основы основ, без которых не обойтись в футбольной беседе. В футбольной команде 11 человек, и они отличаются по своему назначению. Бывают нападающие, они штурмуют ворота противника и забивают голы. Защитники, защитники оберегают ворота и не дают забивать голы. Вратари, вратари играют в воротах и ловят мячи. Кстати, вратарь – единственный человек в команде, который может трогать мяч руками. Игры бывают выездные и домашние. Команды играют не тогда, когда солнечно и хорошее настроение, а по календарю. Кстати, следующая домашняя игра уже совсем скоро, и ты обязана на ней появиться. Сразу же подскажу, в чем пойти, чтобы очаровать любого фаната. Вот так вот, как ты понимаешь, приходить не надо. Победный образ из фан-шопа станет прекрасным дополнением к твоей эрудиции. И если ты блеснешь хотя бы такими знаниями, то без внимания точно не окажешься. Я уже в футбольной тусовке, присоединяйся и ты.